Ребята, всем привет! С вами Игрушка Настя. И сегодня у меня снова трейды. Меня попросили потрейдить вот такую вот, сейчас где она, вот, флайрайт черепашку. Не знаю сейчас, что за нее могут дать. Ауси яйца уже достаточно давно пропали. Я иду на донатовский сервер и будем ее трейдить. Что-то я переборщила чуток с сервером. Или не чуток. Ну ладно, посмотрим. Надеюсь, то, что хоть кто-то тут кинет мне трейд. 5 minutes later. Ну неужели я зря заходила на этот сервер? Блин, мне никто не кидает трейд. Какой ужас. Придется перезаходить. Зашла на новый сервер, и мне сразу же кинули трейд. Давайте посмотрим. Ага. О, Flyright Zombie Buffalo. Прикольно. Еще вот такая божья коровка. Это, как я... Алмазная. Но зомби буффало это очень даже классно. По-моему, он даже ценится. Но я не знаю. Я, наверное, сейчас отклоню. Red Skeletrex, Ghost Bunny, Kitsune. Ну, понятно. Нет, на это я точно соглашаться не буду. Напишите в комментариях, если кто-то знает, то как ценится зомби буффало. Может, он реально классный? Я что-то не поняла, почему мне никто не кидает трейд? Это ж не какая-то игрушка, как я в прошлых видео трейдила. Это ж черепаха. О, подождите, кто-то кинул трейд, а ну-ка. И что же ты мне дашь? Флайрайт Грифон, ну боже мой, почему? Грифон вообще не ценится. Такое ощущение, что это комонка, блин. За него вообще почти ничего не дают. Угу. Опять Red Skeletrex, то есть ты мне предлагаешь то же самое и даже меньше, и думаешь, что я соглашусь. Опять Грифон, ну, и все? То есть ты ничего не добавишь? Напишите, кстати, в комментариях, про что мне еще снять трейды. Я вот уже знаю, что одно можно мне потрейдить. У меня вот есть Red Свинка, я хотела бы про нее снять видео. Ага, Flyrat, Золотой Дракон, понятно. Сейчас покажу, вот, смотрите, мои пэты. Мне еще кто-то кинул трейд. Опять ты, да блин. Вот, короче, такие вот пэтики у меня всякие. Короче, напишите, пожалуйста, в комментариях, что хотите, чтобы я потрейдила. Обязательно сниму про него видео. Вот, кстати, еще могу гиену потрейдить, я ее не трейдила. Сколько раз я уже сказала слово трейдить? Сколько? У меня 100 быков. Боже, я думала, у меня их меньше. Следующий трейд и мне предлагают сурикатика. Господи, какой он милый. Я хочу сурикатика, но не знаю, что на него дать, блин. А, понятно, она отклонила. Не знаю, на самом деле, почему-то мне кажется, этот сурикатик не ценится, хоть он очень прикольненький. Но черепаху я бы точно на него не отдала. Флайрайт Церберус. Ну, нет, он особо не ценится. Так, яйцо за 1500, понятно. Ой, Флайрайт Кенгуруха, классно. Ну, смотрите, у меня есть Флайрайт Кенгурушка. Я пока что не хочу трейдиться, потому что я хочу, чтобы у меня было и кенгурушка, и черепаха, поэтому, может быть, что-то другое на нее дам. Угу, Flyrat, опять-таки, алмазная божья коровка. Ну, понятно, понятно. Но в этот раз она без зомби буффало, поэтому мне это вообще не выгодно. Райт осьминожка, ты серьезно? О боже, у меня даже неоновая осьминожка есть. Райт красный дракончик. Ну блин, дракончики сейчас особо не ценятся, этого очень-очень мало. Флайрайт пингвин, НФР панда красная и божьи коровки, понятно. Что, неоновый динго? И неоновый дельфин. Этого не то, что мало. Я даже не знаю, как это сказать. Серьезно. Блин, ну что-то мне стали такие себе трейды кидать. Наверное, я пойду на другой сервер. Флай Лама. Интересненько, но все равно этого мало. Вати 100. Бутерброд, Флазелька и Флайрайт Единорожка. Не, ну флазелька, это, конечно, прикольно.
Ну блин, этого все равно очень мало. Ну ладно, ребята, вот такое видео получилось. Если вам понравилось, обязательно ставьте лайк. И не забывайте подписываться на мой канал. Напоминаю, на 3500 подписчиков будет конкурс на робуксы. Всем пока-пока, ждите новых видосиков.